Русский национальный балет «Кострома» и фестивальное движение детского и юношеского творчества «Шаг к мечте» приглашают принять участие в ежегодном всероссийском фестивале-конкурсе «В гостях у Костромы». Программа фестиваля-конкурса уникальна. Она предлагает участникам эксклюзивную возможность погрузиться в мир профессии настоящих артистов балета. По традиции, в середине января своих гостей принимает один из ведущих коллективов страны в жанре народной хореографии – русский национальный балет «Кострома». Здесь юные танцовщики становятся не просто конкурсантами, а членами одной большой творческой семьи. Их посвящают в тайный процесс создания профессионального артиста народного танца, где предлагают поучаствовать в специально разработанных мастер-классах по народно-сценическому танцу от преподавателей хореографического колледжа и репетиторов балета, посетить открытые уроки воспитанников детской школы хореографии и губернской балетной школы и даже репетицию русского национального балета «Кострома». Фестиваль-конкурс отличает творческо-образовательный контент. Его главная цель – продвижение и развитие профессиональной хореографии среди детских коллективов, говорят организаторы. По результатам конкурса участники получают специальные призы, в том числе день мастер-классов от репетиторов балета «Кострома». Конкурс отличает высокий уровень жюри. В его состав входят народные и заслуженные артисты России – именитые танцовщики и хореографы, работающие в направлениях классического, народного и современного танцев. Среди почетных членов жюри – художественный руководитель и главный балетмейстер русского национального балета «Кострома», заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Царенко. После смотра на сцене – обязательный круглый стол членов жюри с руководителями коллективов. Это возможность разобрать сильные и слабые стороны заявленных номеров. Лауреаты конкурса выступают в Крещенском благотворительном гала-концерте, зрителями которого становятся дети из детских домов, интернатов, детских реабилитационных центров, неполных и малообеспеченных семей. Для многих участников фестиваль-конкурс «В гостях у Костромы» становится настоящим открытием. Его география с каждым годом расширяется. Конкурсанты из разных регионов России отмечают, что знакомство со старинным городом и его достопримечательностями, интенсивная образовательная программа, выступление на одной сцене с ведущим российским коллективом, русским национальным балетом «Кострома», общение со сверстниками, которые учатся в хореографическом колледже на артистов балета, дают особую мотивацию к дальнейшему развитию и, может быть, даже к выбору своей будущей профессии.